О происшествиях богатым оказалось в воскресенье на события. Пассажирам авиарейса Иркутск-Красноярск-Новосибирск сегодня пришлось поволноваться. Во время полета в самолете авиакомпании Air Aero неожиданно выпали кислородные маски. На экранах вы сейчас видите фотографии, которые разместили пассажиры самолета через наш сайт tvk6.ru. Как пояснили в пресс-службе аэропорта, самолет вылетел из Красноярска в 10:45. Во время набора высоты в кабине пилота загорелось табло о внештатной ситуации с оборудованием самолета. Члены экипажа приняли решение вернуться в аэропорт Емельянова. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 23 пассажира и 3 члена экипажа. Среди пассажиров был и известный биатлонист Дмитрий Ярошенко. Он поделился с воскресными новостями эмоциями по телефону. Набрав высоту, произошла, видимо, разгерметизация, потому что выпали кислородные маски. И самолет, развернувшись, приземлился в Красноярске. Сказали, что будут готовить новый самолет. Системы кондиционирования перестала функционировать. Но я думаю, что я не знаю, насколько это опасно, потому что не специалист. Раз меняют вообще самолет, то, наверное, выполнять рейс нельзя было на нем. Когда вываливаются кислородные маски, я думаю, что очень приятно вообще для всех.